Еще 2 недели назад на этом месте был пустырь. Теперь уже видны очертания будущего сквера. Предложение разбить в этом месте парк озвучил на приеме главы местный житель Леонид Колыбин. Поляков тогда идею поддержал и взял под личный контроль. Ее реализация не заставила себя ждать. В конце января здесь начали работать специалисты ремстроя. За это время они уложили свыше 120 квадратных метров тротуарной плитки и установили 300 погонных метров поребрика. На месте пустыря высадили декоративные кустарники, 2 десятка сосен и лип. По проекту на территории сквера появятся тротуары, скамейки и освещение. Закончить работы планируется к весне. Второй пункт субботней инспекции главы Анапы – расширение улицы Ленина. После массовой застройки этой части города дорога не справляется с многократно увеличившимся автомобильным трафиком. Один участок трассы от Амелькова до кольца около автозаправки «Лукойл» уже расширен. Теперь там укладывают асфальт. Сейчас строители приступили к выемке грунта на втором участке от улицы Амелькова в направлении улицы Крылова. Нам нужно делать уширение около скорой помощи. Вот там еще нам очень сложно Крылова-Ленина, правую сторону делаем уширение и уходим в сторону Лермонтова. Это у нас задача, я не знаю, нам надо успеть до начала курортного сезона. После реконструкции на улице Ленина будет организовано 4-полосное движение. Сейчас полосы всего 2, и в часы пик там образуются длинные пробки. После ремонта ширина проезжей части будет увеличена до 15 метров. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа регион.